утро, дорогие мамы, папы, дедушки и бабушки! Сегодня мы с вами будем играть в игры по методике Марии Монтессори. Одна из игр по методике Марии Монтессори называется «Переливание воды». Для этого вам понадобится лоток, два сосуда, водичка и предметы, которые вы будете забрасывать в один из сосудов. Сосуды лучше или баночки поставить в лоток, потому что водичка может пролиться. Затем в этот сосуд вы забрасываете различные предметы и смотрите, какие предметы плавают, какие предметы тонут. Здесь вы можете изучать также цвета, если предметы будут разного цвета. Если вы возьмете определенное количество шариков, кубиков, то вы можете также повторить счет вместе с вашими детками. После того, как все предметы оказались в сосуде, дайте вашему ребенку ложечку или ситечко и предложите ему выловить все детальки из воды в другую емкость. Также дайте своим деткам губки. Если вдруг вода из сосуда прольется, она будет в лотке. И дайте задание ребенку эту водичку собрать. Таким образом, ваш ребенок будет учиться помогать маме на кухне. Играя в эту игру с вашим ребенком, вы сможете развить у него координацию движений, сможете научить его различным действиям, которые ему пригодятся в жизни. Также вы сможете выучить или повторить цвет и счет предметов. В следующий раз мы с вами рассмотрим еще одну интересную игру по методике Марии Монтессори. Занимайтесь с удовольствием с вашими детками и до новых встреч в подъеме!